Привет, ребятки! Сегодня у нас распаковочка. Посылочка с сайта AliExpress. Летела 19 дней. Стоимость 3,51. Давайте вскрывать. И находится у нас здесь мужской кошелек. Давайте откроем, посмотрим на него поближе. Вот такой кошелечек. Так, запах. Ну, запах присутствует, но небольшой. Так, давайте откроем, посмотрим. Застежка на магнитике. Очень удобно. Присутствует какая-то надпись. Wobo Jans. Что-то вроде этого. Извините за мой английский. Давайте откроем, посмотрим дальше. Так, материал. Материал, конечно же, это кожа зам. Или, как говорят китайцы, кожа молодого дракона. Что-то вроде этого. Ну, качество, я вам скажу, за такие деньги вполне себе нормальное. Края залиты, заплавлены или что-то вроде этого. Ну, прошито тоже вроде ничего. Итак, какие у нас здесь есть отсеки? Отсек под сим-карту. Здесь отсек. Также сюда можно. Имеется вот такой потайной карманчик. Так, что у нас здесь? Здесь у нас маленький косячок. Самое главное. Отдел под копейки. Это, наверное, одна из причин, по которой я заказал этот кошелек. Так как у нас деноминация денег, отнимают 4 нуля и появляются в обороте копейки, понадобился вот такой кошелек. Так как у меня был вот такой кошелек, тоже заказывал в Китае. Он уже весь потерся, я уже давно заказывал, наверное, около года. Но он отслужил мне верой и правдой. Но здесь нет отсека под копеечки. А так кошелек тоже хороший. Ссылочка будет в описании. Кого заинтересовал, переходите, покупайте. Итак. Отдел под копейки. Здесь карманчик. Здесь небольшой карманчик. Ну и здесь у нас карманчики. Основной и под замочком. Замочек работает. Все как положено. Ну, качество, я вам скажу, на восьмерочку. По 10-бальной системе. Так как цена-качество все соответствует. Ну, это все выпрямится, я думаю, будет нормально. За 3,5 доллара, я думаю, это нормальный кошелек. Если кого заинтересовал, переходите по ссылочкам под видео, покупайте. Все, друзья, ставим лайки или дизлайки. Подписываемся на канал. Всем пока!